Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет очередной тест Ронина с девятым ожогом. Решил такого Ронина протестировать обратно же. Почему? Потому что многие без доната и донаты используют его в прохождении топовых баз, где просто у некоторых не хватает героев, чтобы пройти. Либо там какие-то другие нюансы, в общем, много разных нюансов, но это самый простой способ прохождения любого топа, если тем более Ронин у вас хорошо прокачанный, вы потратили на него ресурсы и у вас нету там очень много героев. Чем хорош ожог 9.9-65% имеет на невосприимчивость к атаке, то есть полную блокировку, и мы будем тестировать его сегодня с психощитом и также будем тестировать с изворотливостью, которая дает набор 60 энергии, имеет кулдаун 2 секунды и также увеличивает уклонение на 20%. Вот такая вот у меня сборочка. В снаряжении у меня жизнь плюс 5 уклонений, в принципе, 6 там не особо разницу дает, хватает 4-5, в зависимости, все будет зависеть от того, насколько у вас прокачан цепелин, чем больше вы сможете затестить. Ну, в общем, вариантов, нюансов очень много, не буду вам все их рассказывать, есть куча видосов, можете посмотреть. Также у меня здесь есть, по-моему, нет, здесь нету ракушки. Каменка есть, ракушка только шестая. Можно будет, пишите в комментах, хотите увидеть тест Ронина еще там с другими. Есть с ракушкой и с ожогом можно потестить. Ну, в общем, вариантов очень много. Пишите в комментах, какие варианты вы хотите увидеть, я вам засниму. Так, давайте первый вариант вот так вот с уклонением. Ну, не с уклонением, с изворотливостью. 70 тысяч жизней, в принципе, неплохо. Так, окей, поехали. Сейчас выберем какую-то жертву одну. Ну, не одну, думаю, просто так побегаем по рейдам, посмотрим, что там есть у нас. А потом на кого-то одного топа. Так, вот такая вот раста, фрейка есть. И стрелок. Давайте попробуем через фрейю тут забежать. Если у нас, конечно же, получится. Вот, отлично. Зависли мы на фрейе, смотрим. Смотрите, как хорошо попадает. Ну, отхил. Ушатали. 37%. Епс какой-то. Ну, как видите, не особо, честно говоря, спасло. Давайте еще разок. Тут нюансов очень много. Какие герои, то. Ну, мы хотя бы в среднем попробуем. Какие топовые базы с орниками понаходить и на них уже потестировать. Так, вот есть огник Фрея, поехали. Честно скажу, мне эти руны и сам талант не особо понравился, показывал я тесты. Их 20%, которые там пишутся, честно говоря, не особо. Ну вот опять тот же самый вариант, ушатали. Отхила у нас нет. Давайте еще и выживание третье возьмем. У меня выживание, по-моему, тоже есть здесь. Восьмое. Семерка, по-моему, на ком-то еще и восьмерка была. Семерка, да, есть и восьмерка. Давайте еще третий разок и перейдем на другого. А потом затестим уже на какой-то одной, на одном каком-то топе. То есть, как видите, вроде изворотливость, казалось бы, 20%, все круто. Но минуса у нас с отхила только остается смотритель. Ну все, до свидос. Вот как-то так. Не особо. Так, окей. Поехали другую сборочку. Пробуем. Ставим сюда выживание. Чем выживание хорошо? 3 секунды ваш герой имеет неуяз любым атакам противника. То есть он неуязвим. Отхиливает 1700% от атаки. Кулдаун, конечно, большой, 7,5 секунд. Но, в принципе, так как Ронин и Инвизия, это вполне вам должно хватать. Поехали, посмотрим такой вариант.
То есть у нас получается, по сути, все то же самое, меньше уклонения, но у нас есть отхил, и у нас есть неуяз, когда он появится. Так, ну это не особо на топа мы напали, конечно же. Вот посмотрите, насколько у него сейчас прекрасна жизнь. Да, поехали другого топа поищем с огнекрылом. То есть из Фрея. Такая сборка более оптимальна. Так, я не помню, нападали мы? Да, мы на этого, кстати, как раз таки нападали. Попробуем с таким талантом. Тут, по-моему, тут Асурик есть с огненкой. Ну, точнее, с отражалкой. Видите, он сам себя убивает. Да, тут герои просто стоят с огненной защитой, скорее всего. И мы сами себя сливаем. Так, ну давайте тут попробуем. Такой вариант в любом случае лучше, чем все остальные. Я уже показывал вам. Талантам смысла нету ставить. Сразу говорю, если единственное у вас восьмой ожог есть. Восьмой ожог я пока только на китайке в себя собрал. Не знаю, может когда-то и здесь продавали раньше. Вот смотрите, огненько ушатал. Красавчик просто. Такой вариант. У него, если вам видно, там нули идут. Плюс Махатма здесь, и реально по нему сложно попасть. Вот смотрите, нули просто. Вот его наконец-то подбили. Смотритель отхил дал. Плюс, как видите, вариант очень и очень даже ничего. Еще хочу потестировать с психощитом восьмым. Психощит, конечно, тоже классная вещь, но не особо надежная, скажем так. Но тут он дает уже 70%, не 20 жизни, а 70. Тоже, в принципе, неплохо. Еще у нас есть один вариант, сейчас посмотрим. В общем, пишите в комментах, какие вы хотите сборки, какие героев, что увидеть. Я читаю, смотрю, вот посмотрите, как он на минималке все равно вытаскивает. 1,5 минуты. Плохо, нельзя сразу там 6 рунинов взять и протестировать. Ну, как видите, его не так уж просто убить. Особенно когда есть Фрея, зависаешь на ее голубях, и все. Это просто кайф. Так, ну что, он добьет, не добьет. Допустим, ради интереса я вам выпущу сейчас Асурика. Вот посмотрите, как его быстро сейчас ушатают. Хотя Асурик тут соживает. Так, и Ронина слили. В общем, вот так вот. Как видите, давайте еще кого-то быстренько нападу. Такой вариант есть, как по мне, один из самых топовых. Еще есть вариант, конечно же, собрать его с живой. И поставить туда, допустим, тот же самый ожог. Это можно будет на китайке сделать, либо ракушку. На английском, к сожалению, пока что еще не продают. Ну, все, конечно, рандомно, все зависит от того, сколько точности у ваших там противников, если и отражалки, то есть вариантов очень много, но, как видите, такой вариант реально тащит. 50% вы уже нашатали по чуть-чуть. Даже там слабые руны выживания ставить... Вам будет этого, должно этого хватать. 80%. Так, ладно. Поехали. Следующий тест у нас будет. Психощит. Попробуем такой вариант. Психощит дает... Так, отлично. Психощит дает иммунитет к одному навыку. Плюс 70%. Вот вы видите, да, как
работает псих. Ну, смотрите, попали по нему раз в 4 секунды. Вот опять он сработал. Все, он пропал. Давайте на кого-то другого нападем. Цель онлайн. Окей. А там нет, это слабенький. Так, ну давайте. Тоже, как видите, с плюшки просто сразу попал и все. И вариантов даже не оставили. Психощит, конечно, классная вещь. Там мне нравится он, например, на забытой. Там реально он тащит. Вот отлично, раз-то. Просто под каждую локацию есть свои руны, под каждого героя есть свои руны. Не стоит там думать, что вы собрали героя, он у вас будет везде тащить. Так может только бочка, тритон и ледяха, вот эти тащат. А остальные все под каждую локацию нужны разные сборки. Ну, посмотрите, тут вроде как бы и нормально. Но тут не особо прокачаны еще герои, но опять же, от хила у него только с хранителя. Смотрителя, точнее. Ну, в центр забежала нормально. В общем, как видите. Вот его слили только когда много героев подбежало. Вот что можно вам еще показать, какой вариант. Да, вариантов очень много. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Можно протестировать его. Ну, раскол — это бред, с даром жизни. Ну, рвение. Смысла нет, урон дает, с уроном он часто проседает, священный огонь тоже такое себе специфическое, как и психощит. Исцеление, ну откуда и откил будет, как он будет сливать железное, тоже такой вот вариант можно уклонением, ну скорка, и почему и нет, тоже как вариант, ну конечно же не факт, что она будет быстрее срабатывать. В общем, вариантов очень много. Можно с утикахой просто восьмой протестить. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. У меня, в принципе, руны уже есть все. Поэтому все, что хотите, будем делать. Тестировать, какие герои. Все, всем удачи, всем пока.